Вблизи дома нет магазинов и аптек. С такой жалобой к губернатору Югры во время прямой линии обратились жители микрорайона Марьина-Гора. Наталья Комарова подчеркнула, что развитие новой территории находится на контроле у руководства города и округа. Напомним, что район активно заселяется с начала текущего года. Туда переехали в том числе жители аварийных домов. Первым шагом стала установка павильонов для ожидания общественного транспорта и запуск маршрутов. Сейчас уже ведутся переговоры с представителями сетевых торговых точек. Первый супермаркет должен заработать уже в августе. План развития не ограничивается только открытием магазинов. Дальнейшие перспективы масштабнее. Принято уже внутригородское решение, что к концу года полностью вообще формируем Goldfish и Марьина-Гора, полностью проект, мастер-план благоустройства и освоения этой территории уже в финальном изложении. Конечно же, там будет предусмотрены как и детские сады, так и школы. Вот, также хочу вас проинформировать, что в этом году планируем уже ввести в эксплуатацию детский сад на 300 мест. На декабрь планируем ввод. В этом году также начнется строительство школы в микрорайоне Марьина-Гора. На близлежащей территории Goldfish заканчивается возведение объединенного детского сада и школы. Кроме того, пользуясь возможностью, Андрей Филатов попросил губернатора оказать содействие в ходе переговоров с департаментом здравоохранения об открытии филиала поликлиники в одном из домов. Наталья Комарова пообещала изучить вопрос и помочь, если технические возможности помещения позволят разместить медицинское учреждение. Вопросы у сургутян возникли и по поводу капитального ремонта. Сезон обновления многоквартирников сейчас активно идет в городе. Но есть и проблемы, тянущиеся годами. Так, например, жители верхних этажей дома 76А на улице Мелик-Карамова ежегодно весной и осенью сталкиваются с протечками крыши из-за некачественно выполненного ремонта кровли в 2021 году. Губернатор поручила директору фонда капитального ремонта Александру Бойко лично встретиться с сургутянами и решить этот давний вопрос в этом сезоне. Александр Александрович, я к вам вот с чем обращаюсь. Ну, во-первых, длительный срок нереагирования, ну, я имею в виду нереагирование не то, что вы туда не приходите, не проверяете и так далее, а то, что не исправили положение дел в этом смысле, в связи с этим. Это первое. Второе, что, на мой взгляд, крайне важно, вам нужно лично выехать в Сургут совместно с вашей подрядной организацией, провести встречу с людьми.